тонет из-за этого тонущего. И когда не раздумывая, он идет на седьмое, а спасся человека, пошел дальше. Вы же ему позвонили по телефону. Позвонил врачам, сказал, принял свои извинения, позвонила жена, сказала, что я не могу, я же тебя вечером с ужином, таким романтическим, и позвонили также друзья, предложили там какие-то свои пути. Человек задумался, что такое. Как это сразу, и в целом я наладилась во всех областях. Тогда он быстро вернулся на то место, к тому человеку, которого он спал, спросил его. Кто ты? Как тебя зовут? Я тебя спас, и у меня в жизни все наладилось так и сразу. И этот человек сказал, я ему благодарность, меня зовут благодарность. Поэтому, когда мы находимся в этом состоянии благодарности, мы действительно, это Вселенная и мироздание открывается совершенно в другом, в своей такой благостной стороне. Потому что каждый из нас является творцом своего собственного мира. И мы выбираем. Радоваться нам, либо гнуться, прощать, либо наказать, находиться, либо улыбаться. Потому что даже если есть какие-то ситуации, ну, это все зависит от того, как мы их оцениваем. Поэтому, когда мы используем практики наблюдения, медитации, практики благодарности, и еще одним из методов отдельной медитации можно стать также метод, когда мы берем какую-то расплаку, и все же